этот сериал о Достоевском я снимал в его квартире. Это была воистину мистическая квартира, потому что за стеной квартиры Достоевского жили они, его герои, жили бесы, народовольцы, которые в это время планировали убийство Александра II. И поднимаясь по лестнице или спускаясь по лестнице, он мог каждый день видеть своих героев, героев своего романа «Бесы». И самое удивительное, они за стеной, как вы услышите, дирижировали смертью автора, смертью Фёдора Михайловича Достоевского. Он не раз вспоминал эту историю, и, вспоминая, непременно волновался. И когда один из слушавших сказал ему: «Но ведь все это давно было, все это прошло», он ответил: «Прошло ли?» То страшное утро осталось с ним до конца его дней. Часы на колокольне Петропавловского собора пробили 6:30 утра, еще горели фонари, и стоял нестерпимый, даже по нашим меркам, мороз, когда их стали выводить на тюремный двор и рассаживать в кареты. Они, это были те, кто войдут в русскую историю под именем Петрашевцы. Фантастический человек был чиновник Министерства иностранных дел Путашевич Петрашевский. Ну, это был апогей Николаева царствования. Государь Николай I, он ценил армейское единообразие на лицах и поэтому очень не любил длинноволосых. Петрашевский носил длиннейшие волосы, и когда кто-то посмел сделать ему замечание, он эти волосики-то с головы и снял, а под волосиками оказалась благонамеренно бритая голова, сверкавшая, как голова самого государя-императора Николая I. Кроме того, говоря словами поэта нашего, был он человек оригинальный, ибо мыслил. Повторяю, это был апогей Николаева царствования, и люди здравомыслящие давно мыслить перестали. Петрашевский же не только мыслил сам, но он приглашал к себе домой мыслить других молодых людей. Они собирались у него раз в неделю по пятницам. Люди разных сословий, разных званий, и мыслили. Но о чем тогда мыслили молодые люди? Мыслили они о пользе Отечества, о том, что хорошо бы отменить крепостное право, хорошо бы в стране было поменьше попов и клерикализма. И далее мечты пошли совсем, как бы это сказать, крутые, что хорошо бы основать подпольную типографию и начать печатать те сочинения, которые сводят с ума на Западе и которые, естественно, запрещены в нашем Отечестве. А потом-то еще круче. Хорошо бы устроить социальную революцию. Вот тут-то их всех и арестовали. Арестовали их
под утро множество арестовали молодых людей, так что по Петербургу пошли эти страшные слухи. Привезли их в третье отделение, было их много, так что разместили их по разным зальцам, и во всех этих зальцах эти молодые люди толпились как-то очень странно. Они жались к стенкам. Дело в том, что, по слухам, в третьем отделении существовала знаменитая западня. Ее основала еще государыня императрица Екатерина II. Дело в том, что Екатерина II хорошо помнила то, что говорили несчастному ее мужу, свергнутому и убитому. «Ваше Величество, вы здесь слишком добры, здесь доброты не понимают. В России надо править кнутом или топором». Вот тогда все довольны. Так что пытки она отменила, а кнут оставила. И кнутом заведовал у нее легендарный начальник тайной полиции Шишковский. И вот когда Шишковский узнавал, что в столице некий дворянин опять задумался о том, что хорошо бы в нашем отечестве, его непременно и быстро вызывал к себе Шишковский. Подавали кофе, они мирно беседовали, и вдруг в разгар беседы, когда дворянин понимал, что все уже обошлось, Шишковский отходил к стенке и начинал молиться. А пол под дворянином начинал опускаться вниз, так что теперь торчала из-под пола только его голова, а его задница оказывалась в руках очень злых людей. С него там спускали штаны и беспощадно секли. Дворянин кричал, но Шишковский, обратясь к иконам, развешанным на стене, он молился, он не слышал. После чего стол с дворянином становился на место, и Шишковский, как ни в чем не бывало, садился и прощался. Правда, на завтра уже в полку узнавали, что дворянин высечен, а по законам дворянской чести надо было уходить в отставку. Вот чего боялись молодые люди. А следствия они не боялись, потому что ничего, кроме «хорошо бы», за ними не числилось. Но бояться надо было другого. Личной вины они не боялись, потому что не понимали, что в Отечестве личностью, как и личной виной, никто не занимается. Здесь занимаются государственным интересом. И сейчас, когда по Европе гремели революции, государь решил преподать обществу урок и напомнить о том, что случилось четверть века назад, о расправе над декабристами. Так что 8 месяцев следствия закончились, ничего, кроме «хорошо бы», не выяснили. И вот сейчас их выводили на тюремный двор и сажали в кареты, чтобы везти на Семеновский плац и объявить приговор. Среди тех, кого сажали в кареты, и был молодой литератор Достоевский. Он мог вспомнить в это время другое утро, совсем иное утро, когда Некрасов, наш знаменитый поэт, и, что еще важнее, успешнейший издатель, прочел его первую повесть и в восторге, столь редком у литератора по отношению к сочинению другого литератора, бросился на квартиру Достоевского и сообщал ему о своем восхищении. Потом прочел Белинский, пришел в неописуемый восторг. Все было так замечательно, но Достоевский, он шел вперед. Он уже написал «Двойник», он жил
следующем, 20 веке и 21-м они продолжали жить в гармоничном 19 веке, так что вскоре из кумира он превратился, как говорили насмешливо, в кумирчика. Насмешничать над ним стали, и, скорее всего, наверное, от одиночества он и оказался в кружке Петрашевского. И вот сейчас его везли на Семеновский плац, и вот сейчас у нас будет то, чего, наверное, нет в мировой истории. Рассказ о казни самого казнимого. И при этом не просто казнимого, а великого писателя. Их привезли на Семеновский плац. Шел снег. И их повели по этому глубокому снегу вдоль каре гвардии к эшафоту, обитому черным сукном. Их вел священник, который сказал, что на эшафоте они услышат справедливый приговор. На эшафоте они его и услышали. Все они за намерение совершить общественный переворот приговаривались к смертной казни расстрелянием. И уже священник пригласил их к исповеди и целовать крест. И Достоевский в этот момент поверил окончательно, что смерть будет. Как он говорил, не могут же они шутить с крестом. И наступили эти страшные минуты. Холодно было, ох, как холодно. С нас сняли не только жалкие шинельки, но и сертуки. Уже первую тройку свели вниз и привязали к столбам. Он был во второй тройке, и жить мне оставалось какие-то несколько минут, но как тянулись нестерпимо эти минуты. Он потом опишет, как невдалеке была видна церковь, и солнце, которое вдруг вышло из-за туч, осветило этот купол. И он глядел на этот купол, а минуты тянулись. И в это время, как он напишет потом, человек пытается отвлечься. Он пытается вспомнить что-то отрадное. Он пытается вспомнить какой-то жизненный сад, полный счастья и солнца. Но неотвратимое это ощущение надвигающейся смерти, и не смерть страшна сама, и не предсмертные муки, а этот переход, который всех ждет в другой, неотвратимый, неизведанный образ. Внизу у столбов, у приговоренных опустили колпаки на лицах, раздалась команда «Цельсь», когда игра закончилась, им объявили помилование. Достоевский получил 4 года каторги в кандалах, чтобы потом быть сосланным в солдаты. Но урок состоялся. Общество вспомнило и вздрогнуло. И, как напишет поэт, и декабрьским террором пахнуло на людей, переживших террор. В это утро на другом берегу Невы проснулся еще один участник этого страшного действа, один из тех, кто его организовывал. Это был командующий гвардией и гренадерским корпусом, наследник престола Александр Николаевич, великий князь, а в будущем последний великий царь Александр II. Вот так на этой площади в первый и в последний раз пересеклись их судьбы. Дворец, в
котором проснулся наследник. Это же страшноватый дворец. Его парадные окна глядят сразу на тюрьму, самую страшную в России, и на кладбище предков, на Петропавловскую крепость. Удивительно и мистично судьба династии Романовых. Там же цареубийство не только в эпилоге, а в прологе. С чего начинается династия? С убийства первой царской семьи, семьи Годуновых и русской смуты. Дело в том, что смута – это же не только народные бедствия, лишения, все эти ужасы. Это еще урок истории. Погружая общество в смуту, история требует от общества избрать новое течение жизни. Чем же окончилась наша смута? Она окончилась Земским собором, где на царство баллотировались освободитель русской земли, князь Пожарский и многие достойнейшие люди. Кого избрали? Избрали отрока, неизвестного ни великими деяниями, ни зрелостью лет. Избрали по одной причине – по близости к семени исчезнувшей династии, по близости к семени тех самых природных царей. Как правили в Москве эти природные прежние цари? Дело в том, что как бы царь был собственник земли, московский царь, а все население считалось как бы пришедшим на эту землю. Так что легче было представить страну без народа, чем без царя. И вот родовые муки, смуты окончились все тем же. Московия избрала прежнее самодержавие и крепостное право. Урок истории был не понят. Вот почему уже в 17 веке таятся тени 17 года и в Ипатьевском монастыре, где предложили корону Михаилу Романову, корону, которую он не хотел принимать, молил, чтобы не принять ее, но заставили. В Ипатьевском монастыре мерещится тот будущий Ипатьевский дом. И вот это варварское, беспощадное самодержавие было и варварски ограничено походами гвардии на собственный дворец. В результате гвардейских переворотов за один 18 век были убиты император Иоанн Антонович, внук Петра Великого Петр III, правнук Петра Великого Павел I. И последний, благороднейший поход гвардии на дворец, восстание декабристов, там тоже о цареубийстве не забыли. Вот они беседуют. Декабрист Поджа и Пестель. И Пестель рассуждает, скольких представителей царской семьи надо убить. Перечислили всех мужчин. А далее, говорит Пестель, дело страшное. Далее дамы. И Поджа видит перед собою растопыренную пятерню. Пестель продолжает считать, насчитал 13. Так что, когда Николай I подавил восстание декабристов и вступил на престол и начал укреплять вертикаль власти, то дело шло не просто о власти, а о его собственной жизни. И укреплял он эту власть последовательно и жестко. Сначала гвардию муштрой превратили практически в балет.
и была создана одна из самых мощных тайных полиций, третье отделение. И говорят, что там сотрудников было мало. Да, штатных сотрудников в третьем отделении было немного, но зато внештатных было достаточно. А сколько добровольных и петрашевцев и выдавал тайный сотрудник третьего отделения. И они были повсюду, в борделях, во дворцах, в трактирах, в гостиных. И государь, который интересовался и литературой, и СМИ, он замечательно сказал: «Я не только не позволю ругать свое правление, я не позволю даже его хвалить. Я никому не позволяю вмешиваться в мою работу». Так что вскоре государь мог сказать: «В империи все молчит, ибо благоденствует». Ну а кто не молчал, ну вот как Чаадаев, который вот этот лозунг русских либералов: «Меня не научили любить мое отечество с закрытыми глазами, сомкнутыми устами и преклоненной головой». Его справедливо отправят в сумасшедший дом. И вот вместо этой свободы государь дал обществу замечательную игрушку – это чувство национального превосходства. И Россию, страну крепостного права, объявили светочем цивилизации, который должен был спасти загнивавшую Европу. Причем сколько статей печаталось в это время в русских газетах и журналах. Статьи о превосходстве русской армии, ну это еще понятно. Были даже статьи, все ведь у нас доходит до фарса, о превосходстве русского кулака, что было тоже правильно, потому что, наверное, ежедневно миллионы этих несчастных крепостных могли убедиться в мощи кулака. Как там писал наш поэт: «А глядишь наш Мирабо, старого Гаврилу, за измятое жабо хлещет в ус да в рыло». Чем кончилось это замечательное укрепление власти? Тем, чем должно было кончиться. Ведь красота и гармония была только на фасаде. Это была империя великолепных фасадов, а за ними был грязный, жалкий, черный двор, где была коррупция. Опять коррупция, еще раз коррупция, взяточничество бесконечное и тьма. Так что колосс, как вы знаете, оказался на глиняных ногах. Началась Крымская война, и государь из любимой своей виллы Александрия, там был у него такой любимый балкон, мог наблюдать всю ширь залива, а вдали английские корабли, которые стояли уже на рейде, и наследник готовил гвардию к возможной высадке неприятеля. И государь элегически записал в дневнике: «Вступая на престол, я мечтал слышать только правду, но в течение 30 лет я слышал только ложь и лесть, лесть и ложь, и постепенно отучился отличать правду от лжи». Позволил бы он кому-нибудь сказать эту правду, когда я объявил, что он никому не позволит вмешиваться в свою работу. Государи вспоминают о правде. Да, после Крымской войны. Ну а далее преждевременная смерть государя. Умирая, он элегически опять же сказал сыну: «Оставляю тебе команду не в надлежащем порядке. Оставляю тебе много огорчений и хлопот». И вот тот, его голос вновь стал металлическим.
Он поднял руку, сжал ее в кулак и сказал ему: «Ну, держи их, держи все, держи вот так!» И кулачок и показал. Так что вступивший на трон государь-император Александр II стал реформатором не по призванию, а по обстоятельствам. Вот есть реформаторы по призванию. Это Петр Великий, Иван Грозный. Ну, как они реформировали Россию? Ну, как публицист рассказывал. Наш Обломов, он никогда не хочет переселяться на новую квартиру, а Петр Великий его туда в задницу с сапогом. А государь наш решил делать реформы по-европейски. Правда, было непонятно, с кем ему делать реформы. Вокруг были одни чиновники свирепого Николаева царствования. Но, как сказал один из этих чиновников, самый страшный из них, граф Панин, говорят, что у меня нет убеждений твердых. Есть и самые сильные, и самые твердые. Но прежде всего я хочу узнать об убеждении государя. И когда я понимаю, что мои убеждения идут вразрез с убеждениями государя, я честью и долгом своим почту поступать своим убеждениям наперекор. Так что Александр II справедливо сформулировал лозунг нашей бюрократии. Их убеждение – это мое приказание. Так что в этот момент, ну, как помните, как в горбачевское время, все стали либералами, потому что сам государь стал либералом. Появилось даже такое название «либеральная бюрократия». Появились очаровательные современные термины – оттепель, гласность и даже слово «интеллигенция» именно тогда появилось. Правда, адъютант государя сказал ему: «Осторожней со свободами, Ваше Величество! На второй день они у нас станут хаметь». Ну, сначала был первый день. Ну, как все были счастливы. Опять же, мы помним это славное горбачевское время. Государь просто выйти из дворца не мог. Толпа стояла, приветствовала, с заднего крыльца уходил. Реформы замечательные, одна за другой. 20 миллионов крепостных стали свободными, и множество других реформ нашей жизни следовало. И все были счастливы в тот день. И один юноша записал мечту. Мечтал, чтобы на государя даже кто-то совершил покушение, а он его грудью закрыл. Этот юноша был князь Кропоткин, будущий отец русского анархизма и беспощадный враг будущих царей. И Герцен, тогдашний враг царей, писал: «Мы приветствуем вас именем, которое невозможно было соединить с именами русских государей без иронии, именем освободителя». Ну, а дальше, тоже, наверное, помните, наступил второй день их перестройки. И что выяснилось? Что все недовольны. Крестьяне почему дали мало земли? Помещики, а вообще зачем им дали землю? Интеллигенция очень торопилась. Мы хотим, чтобы этот новорожденный ребенок нашего общества, чтобы на второй день ее прорезали зубки, на третий ходил. Нам не нужны административные няньки со свивальниками. Но больше всех негодовала молодежь в стране, где подавляющее большинство было тогда неграмотных. Они потребовали сразу немедленного парламентаризма.
И государь уже нашел у себя на столе поучительную листовку. Нам не нужно ничтожество, покрытое горностаевой мантией. Нам нужен выборный старшина, получающий жалование. И если Александр этого не поймет, тогда революция беспощадная, кровавая. Мы издадим клич в топоры, и тогда бей императорскую партию. Бей эту сволочь в переулках, на площадях, в домах собственных. И загорелся город. В майской ночи столица была освещена ежедневными таинственными пожарами. Однажды выгорел весь центр. Государь сам участвовал в тушении пожаров. Ну что мог подумать реформатор? Вот такой, как Александр. То есть реформатор по обстоятельствам. Эти реформаторы, они такие двуликие янусы. У них одна голова вперед, в будущее, а вторая вот туда, в прошлое отца. У него головка-то стала поворачиваться назад. И подумал он, понятно, зачем я начал все это дело. Так что в воздухе уже было опасное напряжение. Что-то ожидалось. В это время уже Достоевский, ему вернули дворянство, он вышел в отставку и написал сочинение, которое тогда, ну, тоже было, казалось, невероятным. Ну, почти как описание казнимым собственной казни. Он описал житие писателя на каторге. Записки из мертвого дома. Понимаете, это у нас, это как бы обычное. Это там через, в наше время поэт будет писать, когда русская проза пошла в лагеря, в землекопы, а кто половчей в лекаря, в рудокопы, а кто половчее в шоферы, в парикмахеры и в актеры. А тогда нет, тогда литератор, как правило, не ел тюремную баланду, а сидел за письменным столом, поэтому книгу читали с изумлением, восторгом. И главное, вот об этой перемене в человеческой душе вчерашнего революционера. И вот в 1866 году, в самом начале года, началась публикация нового романа писателя. Роман был очень интересный. Это был роман о студенте-теоретике. Студент-теоретик размышлял о праве убить. Убить из соображений, ну, высоких, я бы сказал. Убить кого? Ну, отвратительную старуху, проценщицу, эту мироедку. Да и вообще старуху, жить-то ей сколько осталось. А студент беден. И, может быть, деньги, которые он получит у этой отвратительной старухи, он употребит на счастье человечества, великий храм человеческого счастья, может быть, построить. Идет и убивает. И вот в это самое время, весной, в апреле месяце, государь выходил из летнего сада. Это была обычная прогулка государя. Ну, стояла толпа зевак, лениво разгуливал жандармский офицер, полицейский, тоже полусонный. Жандарм помог государю сесть в коляску. Государь подобрал полы длинной шинели, сел, и вот в этот момент и раздался оглушительный хлопок. И кто-то высокий, молодой, бросился вдоль по набережной. Его догнали, сбили с ног. А он с изумлением кричал: «Ребята, я ж за вас стрелял!»
Это и был дворянин, студент Московского университета Каракузов. Другой студент-теоретик. Дело в том, что его родственник, недоучившийся гимназист Ишутин, основал тайное общество. И там, в этом обществе, они поняли, что лучшее будущее для России – это социализм. Но этому социализму замечательному мешает прежде всего царь. И вот если убить царя, моментально поднимется народное восстание, и будет у нас этот счастливый социализм. Как напишет потом Достоевский, это наша беда. Дело в том, что у французской революции в подкладке были Вольтер, Корнель, Наполеон, энциклопедисты, а у нас энциклопедия Брокгауза и Фрона. Вот все их знание. Каракузова схватили, и началось. Они ведь там тоже говорили, что оттепель необратима. И вмиг все обратилось. Дело в том, что государь разлюбил либералов. И теперь либералы получали самые ужасные названия, гнусные и так далее. Слово «либерал» стало просто ругательством. Была назначена целая комиссия, чтоб вспомнили про времена декабристов. И во главе ее был поставлен Муравьев, тот самый, который усмирял Польшу, тот самый, который сказал: «Для меня лучший поляк – это поляк повешенный». И дальше, как напишет Салтыков-Щедрин, Петербург погибал. Какие люди страшные! Моментально восстали из могил. Все вспоминалось и отомщалось. И отовсюду на город устремились стада благонамеренных. И вы знаете, все чацкие вчерашние моментально превратились в молчалиных. Да что они? Поэт-гражданин, символ, Некрасов, совесть народная, написал стихи в честь этого вешателя Муравьева и пришел в английский клуб прочесть их. А Муравьев к нему спинкой-то и повернулся. И услышал поэт-гражданин: «Стежками замолить хочешь? Шалишь!» Но кто бросит в него камень, кто из нас, живших в стране по имени СССР, этого не состояния не помнит? У нас у всех в крови то, что написал Тургенев, этот последний жалкий заячий крик, которого настигают собаки. Он его помнил и потому почти всю жизнь провел за границей. Ну а далее государь как-то отошел. Муравьева он не любил. Муравьева убрали в отставку. И, как всегда, у нас незаметно и полегчало. Так что критика романа Достоевского оказалась самая нелицеприятная, несмотря на большой успех у читателей. Увидели в этом поношение молодежи, увидели в этом как бы голос из хора, который клеймил либералов. Прогрессивная критика не полюбила роман. Но в это время, наверное, Достоевскому это не было даже, может быть, и горько, потому что первый раз в жизни своей, этой трудной, страшной, он был счастлив. Вот эта тема
женщины Достоевского. Вот он сам замечательно написал. В их любви всегда мерцает ненависть. И в ненависти обязательно мерцает любовь. И вот эти ненавистницы и любовницы сразу, это и первая его жена, вдова тюремного надзирателя Исаева. И необычайно на нее только куда страшнее, мощнее, прекраснее Аполлинария Суслова. И они во всех его произведениях. Это мучительная женщина. Вот Суслова, потрясающий сюжет, он и Суслова. Вот это действительно, не трогайте кумиров, с них быстро облетает позолота и остается на ваших руках. Это банальная фраза, это правда. Ей было чуть за 20, он на 5-м десятке. Это был нормальный роман восхищенной девушки, которая сама пописывает, и знаменитого уже писателя. Но очень быстро, когда все случилось, он стал для нее просто мужчиной. И началась эта беспощадная борьба двух сердец. Она требовала, чтобы он бросил чахоточную, это Исаева, которая умирала от чахотки, его первая жена, и женился на ней. Когда Исаева умерла, и он предложил женитьбу, отказалась. Она хотела с ним поехать за границу, но он чуть не успел, промедлил. Когда приехала, она с восторгом сказала ему: «Ты говорил, что мне трудно быстро отдать свое сердце. Так вот, я отдала его в неделю, без боя, по первому зову, без всякой надежды быть любимой». И вот это после чего они придумали великую пытку. Поехали как брат и сестра, периодически становясь любовниками и презирая и ненавидя друг друга за это. И вот эта мука с этими женщинами продолжалась другой яростной мукой и наслаждением, одновременно игрой. И вот, уставший от этого ужаса, он возвращается в Петербург, где ждут его страшные, огромные долги. И он заключает контракт с издателем. Этот знаменитый в русской литературе контракт, больше похожий на пари. Он должен за месяц написать роман. Ну и дальше идет этот общеизвестный сюжет. Но какой сюжет? Он приглашает стенографистку, которой он должен надиктовать этот роман. Она приходит, учащаяся стенографических курсов Аня Сниткина. И он диктует ей роман о безумной любви к Полине Сусловой, роман «Игрок». И они за 3 недели заканчивают этот роман. Но потрясающий сюжет все равно. Вот общеизвестный, но он не написан, по правде. И вот по мере того, как он диктует роман о любви к другой, эта любовь к другой остается уже только в романе. И он начинает влюбляться в эту девушку, Аню Сниткину, по одной причине главной, по-моему. Она не похожа на тех совсем. Она с отличием окончила гимназию, и у нее вот такой характер отличницы. Она все делает замечательно, но главное в ней есть то, вот о чем он ее спрашивает. Вот кого полюбить? Красивую, добрую или умную? Она, у которой нету ни красоты, ну и ум такой в пределах, говорит: конечно, умную. Он говорит: добрую, чтобы любила меня и жалела. И вот роман закончен,
исследует это знаменитое в русской литературе литературное объяснение писателя в любви. Он говорит ей, что он задумал роман, героиня которого молодая девушка. Но его молодые родственники уехали, и ему не с кем проконсультироваться. И он хочет обсудить сюжет с ней. Там, как она потом сама запишет, потому что она будет записывать всю их жизнь стенографически. Он даже будет с большой подозрительностью смотреть, как она записывает, и спрашивает ее, что-то ты там пишешь, уж не бранишь ли ты там меня? Он говорит ей, представьте себе моего героя. Ему 45 лет, он болен неизлечимой болезнью, человек преждевременно состарившийся, подозрительный, хмурый, так он себя описывает, но с добрым сердцем, которое не всегда он умеет выказать. Художник, может быть, и талантливый, но неудачник, так и не написавший ничего в формах, о которых мечтал. И он полюбил девушку. Та тотчас спрашивает, она красивая? Она не красавица, но очень недурная собой. Ему нравилось ее лицо. И чем больше он ее видел, тем больше он осознавал, что с ней он смог составить бы счастье. Но как вы думаете, не будет ли психологической неправдой вот эти два человека, столь разные по летам и по характеру, сможет ли она ответить на его чувства? И он видит, что она задумалась и не понимает. И тогда он и говорит ей, представьте себе, что эта девушка вы, а этот художник я. И она пишет, и глядя на его полное муки лицо, она ему ответила, я вас люблю и буду любить всю свою жизнь. И началось их 4-летнее свадебное путешествие за границей. И на нее обрушится все. И это карамазовское сладострастие его. И невероятная ревность, потому что она сумеет перехватить письмо от Сусловой, где не было ничего, но она, у нее это появляется эта маниакальная мысль, а может быть, они где-то там встречаются, и она пишет, вчера опять шпионила моего мужа. И, конечно, его игра. Вот его письма с рулетки очаровательны. Он пишет ей обязательное о невероятной своей любви, и там же все обычно заканчивается. Пришли, пришли деньги, немедленно проиграл все. И она присылает, продав все, включая иногда, заложив даже платье. Но когда она читает это письмо, она записывает. Как это умеет писать Федя? Как будто с ним разговаривает. Прочла письмо 3 раза и украдкой поцеловала. Пришла домой и прочла еще 1 раз. Он возвращается с рулетки уже скоро, побеседовав с ней о Христе, как она пишет. И это так прекрасно, когда он говорит со мной не только о кофе и сахаре. Он говорит о том, что он хочет снова поехать на рулетку. Какой странный человек, пишет она. Уже, кажется, судьба. Столько раз ему показала, что никак ему не выиграть на этой самой рулетке опять. И вот уже с рулетки он ей пишет. Выиграл 150 гульденов, решил остаться и поиграть еще немного, чтобы прислать тебе больше. И она, это чуть за 20, которая уже старше ну, как положено женщине, она уже мать, его мать. Она пишет, нет, батюшка, это все пустое, это нам всем известно, ничего ты мне больше не пришлешь.
И он возвращается с этим бледным лицом, без пальто, объявляя, что хорошо, что теплая погода. Пальто пришлось заложить. И ночью у него этот припадок, вечный его припадок падучий. И утром, отойдя уже от этого припадка, припадок – это результат. Это вот там, на эшафоте, когда внезапно объявили о смерти и также внезапно объявили помилование, тело не выдержало, падучее разовьется на каторге. Утром он шутит. Он говорит, вот мы с тобой уедем, а хозяйки пансиона будут говорить, здесь были такие странные двое русских. Она милая, молодая, вечно веселая особа, а он старый идиот. И посреди ночи обычно он падал с постели и делает нарочно со злости. Но он ей точно скажет, вот для таких, как ты, Аня, и приходил Христос. Она станет для него всем матерью, любовницей, стенографом, будет ругаться с его издателями, организовывать за эти жалкие деньги, которые оставались, вот весь их быт. Так что наш поэт не без зависти написал: «Этой отваге и верности перевелось ремесло. Польше российской словесности так никогда не везло». Впрочем, и он ей отплатит. Он, игрок, обожавший это состояние на краю бездны, однажды раз и навсегда перестанет играть. И перед смертью он скажет ей слова, которые редко может сказать мужчина. «Я любил тебя всю свою жизнь и не изменял тебе даже мысленно». И вот во время их путешествия в Женеве появится герой его романа, самого, наверное, праведческого романа русской литературы. Романа, который окажет влияние не только на жизнь, но и на смерть своего автора.